Петрозаводской мэрии выделили деньги на машину для пересадки деревьев. Она может достать саженцы из земли, не повреждая корни. Оборудование начнут применять этой осенью. Некоммерческим организациям начали бесплатно выделять в аренду помещения. 9 уже получила организация ветеранов десантных войск «Сартовалы» под музей, спортзал, а также комнаты для спортсменов и тренеров. Карельскую компанию оштрафовали на 1 000 000 рублей за дачу взятки начальнику отдела дорожного строительства филиала Сегежского ЦБК. За вознаграждение он помогал содержать участок автодороги. Виновным признали как получателя мзды, так и того, кто ее предлагал. На выходных в нескольких районах Петрозаводска отключат свет. С 10 вечера субботы до 8 утра воскресенья электричество лишатся жители улиц Андропова, Антикайнина, Куйбышева и Зайцева, а также Кирова, Анохина, Шотмана, Заводской и Ленинградской. Отключение коснется Первомайского и Октябрьского проспектов, Карла Маркса, Ленина и набережной Варкауса.